Картина после боя. Чаще всего работа начинается с эскиза, который запечатлевает образ работы, после чего делается рисунок. Это называется картоном, натуральную величину. После картона, в результате которого происходит отрисовка, пишется живопись, начинается с подмалевка и заканчивается картиной, в результате чего делается рама и картина дописывается. Результат этой работы, которая называется «После боя», вы видите здесь.